сексуально. Вот можешь, не знаю, назвать фильм, который тебя, не знаю, возбуждает и возбуждает сексуальные фантазии. Что вообще ты считаешь сексуальным в жизни? Приведи какие-то примеры. Почему-то мне, я помню, что когда я посмотрела впервые «Жизнь Дэвида Гейла», как ни странно, хотя это совсем вроде не эротический фильм, но что-то меня там как-то вот зацепило. Там студентка приходила к... Она инициировала харассмент как раз-таки. Там такая тема была. Там Кевин Спейси. Вот. Ну, не то, что это не означает, что я там, да, у меня какие-то есть фантазии на тему, не знаю, студенток или педагогов, или там харассмента, или чего-то, но просто как-то там это так было сделано. И такая была эротическая сцена, она мне очень понравилась.